МИД Судана вызвал британского посла в стране, что выразить глубокое недовольство по поводу интервью, которое дипломат дал местной газете, сообщило суданское внешнеполитическое ведомство. Британский посол Майкл Эрн, прибыл в Хартум в середине августа. В понедельник было обнародовано его интервью газете Аль-Миджхар Аль-Сиеси, в котором среди других тем дипломат обсуждал суданский внешний долг и ситуацию в Дарфуре. Вызов посла состоялся в четверг. Арон выразил глубокое сожаление и извинился за приписанные ему комментарии, цитирует агентство Франс Пресс заявление МИД Судана. В регионе Дарфур с 2003 года время от времени возникает вооруженное противостояние между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. По поступающим в ООН данным, в конфликте погибли около 300 тысяч человек. В настоящее время в Дарфуре размещены около 14 тысяч военных и 4,7 тысячи полицейских из состава совместной миссии ООН и Афросоюза в Дарфуре.